Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space. В последней серии мы отправили астероид с передатчиком в космос, чтобы нас засекли и спасли. Но антенна не работает, поэтому нам нужно ее срочно починить. Собственно, поэтому мы и прибыли сюда. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Valor. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Это мы, кстати, куда приехали-то? К мостику опять, что ли? Так, что у нас по патронам? Патронам 29 тут, 6 тут. Отлично. Это просто какой-то позор. Если что, придется пользоваться огнеметом. Так, тут у нас ничего. Тут я уже, как говорится, полутал. Но теперь это открыто. Отлично. Да блин, не сграсьте. Отрем. Ну понятно, да. Наше старое знакомое место. Здесь у нас полез бабай и получил в табло. А теперь кто-то там ворчит недовольно. Похоже, мы отвлекаем его от важных дел. Так. Что-то мне неспокойно, как-то он там сзади сейчас не появится. Откуда-нибудь из вентиляции. Сейчас нам нужно продать всякую ненужную ерунду. Скажем, вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. И на все деньги купить себе, скажем, вот так. Да и в принципе нормально. Вот уже более-менее. Старый добрый командный мостик. Астероиды нас уже не бьют. Пушка работает. Здесь все заросло какой-то какой. То есть она распространяется по кораблю. Надо быстрее пилить отсюда. Давайте посмотрим, кто у нас там ворчал. Кто бы тут не ворчал, его уже тут нет. Плазменная энергия, неплохо. С патронами все напряженнее и напряженнее. Здоровячок тут у нас бесился, конечно, конкретно. Потом дверь выломал, а потом мы его выломали. Отлично. Опасная аномалия. Активирован режим карантина. Сейчас, ребята, сейчас. Уйди! Еще? Еще. Ой. Да офигеть вас тут. Полный набор пакости. Да блин. Снят. Офигеть. Да, мне тут явно были не рады.
Зато ценных предметов наберем с них. Так, что у вас еще есть? Отлично. Хорошо, так. Давайте помаленьку посмотрим. Понаберем, что тут есть. С этой стороны, похоже, все. Что за звуки вообще? Как будто корабль стонет. Вроде все починили, что могли. Чем еще не нравится? Так, нам сюда. А внизу там у нас был Хэммонд. Возможно, там сейчас силовой узел лежит. Давайте сходим, проверим. Пока близко. Понятно, мы сюда не залезем. Тут просто лифт не работает. Ну ладно, попробовать стоило. Так, ладно. И куда мы едем? На уровень 2? Видимо. Значит, на уровень 3. Раз на 2 не пускают. Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. То, что нас подслушивают, это сейчас меньше из моих бед. Да, помню это место. Тут у нас паренек появился. Неприятный. Сильно, надо сказать, напугал меня. Экраны все повырубались, раньше на них показывалась всякая бессмыслица. Ой, блин, только не ты, а. Так, давай. Так, снизу осталась еще одна гена. Они долго, интересно, живут? Может, сама бы убилась. Ой, тихо. Ай. Так, патронов мало. Так, сохраняться пока не будем, пожалуй. О-о-о! Да тут их две. По крайней мере, тут я в относительной безопасности. Так, отлично, патронов на резак нет. Давай уже, я не знаю. Этим, я думаю, бесполезно будет их долбить. А в принципе неплохо. Так, все готово вроде, да? Да нет. Блин, да что ж с этим огнеметом не так-то, а? Короче говоря. Да, блин. Как
Капец, все патроны на них потратил. Так, они же сейчас взрываются, отойти надо. И все, что она мне дала, это 25 патронов. Печально. А это кредитов дала. Что ж вы, сволочи-то такие, а? Так, в прошлый раз мы ходили туда, там у нас была пушка. Мы прошли по внешним отсекам. Это, я так понимаю, не очень хорошо, да? Ой, твою мать! Гори, гори, давай! Ой, лезут! Да, блин, патроны кончились! Ай, уйди от меня, пакость! Уйди! Твою дивизию! Я надеюсь, вы понимаете, что при игре с геймпада это самый неприятный, похоже, противник. Потому что в него хрен попадешь, они такие мелкие, так быстро перемещаются, что я тупо не успеваю стиком за ними вертеть. Ладно, познакомьтесь, это был один из самых, наверное, неприятных противников в игре. Таких парочку в тесном коридорчике с тобой, и все, считай, пиши пропало. Ох, хрустят-то как... аппетитно. USG Шимура. Центр связи. Шо? Так, но у меня пауэр нодов нету. Два есть, по идее. Один можно потратить. Дальнейшую прокачку своей винтовки в пустоту, то есть. А второй оставим на всякий пожарный, вдруг двери будут закрыты. Так, теперь сохранимся. Мало ли что, а то у нас в предыдущей серии игра аж подвисла разок. И погнали. Костюм 4 уровня, конечно, выглядит что надо. Так, очевидные похождения Темпла или Элизабет. Журнал службы связи. Старший офицер по коммуникациям Бейли. Запись. На корабль совершено нападение, но капитан Матиус упорно игнорирует просьбы отправить сигнал бедствия. Он не объясняет причин, хотя все и так понятно. Мы ведем нелегальную разработку в закрытой системе. Это выяснилось еще несколько месяцев назад, но все молчали. СОС! 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 Это USG Ишимура! Это... Черт! Не верю своим глазам! Вся система связи отрубилась! Все, выхожу из эфира! Конец связи! Ладно. Это, оказывается, был Бейли. Тоже не первый раз с ним уже. А вот можно было и вторую потратить, значит. Так. Ну... поехали. О, блин. Ой, блин. Понятно. В этом месте мы были в экстракшене. Коммуникационный луч отключен. Ремонтная бригада извещена. Передающий кластер совсем плох. Необходимо минимум 6 исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием.
Симметрично, говоришь? Так, почему он не набирает, а? Сохранимся. Сейчас, возможно, будет тяжеловато, потому что патронов нет, а там, я думаю, нас встретят. Да, собственно, давайте разбираться, что у них тут с антенной. Тут прям народ, хотел сказать, не убивали, похоже. Нет, убивали. Средний воздушный баллон. Нет, я явно покупать не буду. В игре вообще нет напряженки с кислородом, и даже те места, где нет воздуха, как правило, можно пробежать. Тем более с полностью прокачанным иксом. Еще пауэр надо, офигеть. Просто праздник какой-то. Топливо огнемета. Так, а мы плазму брали, нет? Нет, плазмы у нас нет. А вот и плазма. Его пока что не будем особо тратить, потому что... Сами понимаете, почему. Ладно, хорошо. Вообще с патронами голяк, конечно. По-моему, проще подождать, когда она поближе подойдет. Зона невесомости. А хвост отвалился? Зона гравитации. Зона невесомости. Давайте сюда. Зона гравитации. Ой, да замолчу уже, я знаю. Зона невесомости. Вот упрямая. Давай сюда. Сейчас подойдет, и мы... Экономненько так убьем ее. Блин, давай уже сюда иди. Зона. Хрена себе, экономненько. Ребята, тихо. Ладно, пойдет. С патронами, конечно, всего 50 осталось. Но я надеюсь, больше тут никто не полезет. Хотя всяко полезет. Блин, хватает ее. Ой, куда ты полетел-то? Да, что-то ты борщинул, Азик. Я вот сюда хотел. Отлично. Так, итого мы имеем. У нас есть несколько поврежденных узлов. Похоже, он где пульсирует, такой огонек. Видимо, туда нужно вставлять, что ли? Или как? Блин, что-то светилось. А, вон оно. Давайте разбираться. Так, ну если симметрично, то может в центр лучше ставить? Вместо, допустим, вот тебя. Скажем, тебя. Так, никого не появилось? Вроде нет. Так, ты у нас нормальный. Тут у нас вообще все узлы повреждены.
Он оттуда возьмет. Хорошо. Осталось один еще найти. Если я все правильно понял. Вон, скажем, вон тот. И я надеюсь, все у нас будет хорошо в итоге. Ай, куда ты полетела? Сейчас гоняться за ним еще. Так, давай, пойдем. Да постой ты, елки-палки, что ж ты как бы непослушный. Ах, Айзек. Что ж ты устроил с инженером-то? Информационный луч перенацелен. Возможен прием сообщений. Вот, все заработало. Возвращайся в рубку и используй панель управления, чтобы передать Вейлору наши координаты. Ладно. Было несложно совершенно. Боты, конечно, у тебя знатный, Айзек. Так, все, кажется, я ничего тут не упустил такого супер крутого. Типа пауэр-нода еще одного. Да вроде нет. Ладно, с Богом, пойдем. До свидания. Зона гравитации. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Говорит USM Вейлор. Вызываю USG Ишимура на всех частотах. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас-капсулу 47. Выдвигаемся к вашим координатам. Это сообщение будет повторяться каждые 30 секунд до получения ответа. Что? Это же та капсула, что вышвырнул Хэлланд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM Вейлор... Ответьте, Вейлор! Нам не хватает мощности. Я открою створы шлюза, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створы шлюза заблокированы. Свяжитесь с ремонтной командой. Черт! Айс, к корпусу прицепилась огромная дрянь прямо над кластером антенн. Органического происхождения. Не знаю, что это, да и черт с ним. Если мы не откроем шлюз, то не сможем связаться с Вейлором. Эта штука в пределах поражения пушки 48. Бегом туда и распыли к чертям этот кусок дерьма. Ну, как обычно, все не слава богу. Это даже до смешного доходит уже. Просто временами думаешь, блин, ну... вот все в игре хорошо, но сюжет настолько вообще никакущий. Но, тем не менее, вы знаете, да, я вам... объяснял еще в экстракшене, что корабль давно уже наблюдал за этой местностью, искал Ишимуру. И как только мы, собственно, установили сигнал, они сразу же ломанулись к нам на помощь. Но они не нам помогать, они маркер, собственно, найти хотят. И вообще скрыть следы того, что маркеры они в свое время похоронили на Эгиде 7. То есть поубивать всех свидетелей. Так, вроде все спокойно. С дуба рухнуло, что ли? Не стой под стрелой. Короче говоря, как вы знаете, что с маркером на Эгиде 7 работали задолго до того, как там появилась колония компании этой CSC. Там в итоге все плохо повернулось. Ой!
плохо все вышло в итоге, поэтому они маркеры захоронили, колонию заморозили, и всю планету эту забыли. Но нелегальные раскопщики в итоге наделали дел. Так, ну что, давайте покачаем, сколько у нас там этих силовых узлов. Так, X у нас прокачан полностью. Импульсная винтовка как раз сейчас и будет прокачан. Один оставляем и дальше начинаем качать плазменный резак. Винтовка у нас теперь просто страшная. 175 патронов в обойме, это же офигеть. Так, ладно. Давайте уже разберемся, что там за хрень засела у нас. Опять придется стрелять из пушки, я, наверное, на мышку переключусь и с мышки постреляю, потому что с геймпада это настоящее мучение для меня лично. Вот так играть нормально, а когда приходится там все на реакцию, на скорость. Так, вроде спокойно. Ой, а как оно само открылось? Ладно, спасибо. Да нафига мне столько патронов на ваш огнемет, вы заколебали уже. Так, ну-ка, мышка живая? Мышка живая. Запишемся, мало ли чё. О, еще один, отлично. И давайте попробуем. Так, берусь за мышку. Включено ручное управление. Вот ты хрень-то какая противная. Добрый день. О. Не шевелись-то так. Понятно. Я, похоже, поспешил. Да. Первый блин вышел комом. Давай ты уже дохни. Внимание! Целостность корпуса критическая. Ой, как отвратительно я играю. Тихо. Блин, неужто я еще... Неужто я еще и выживу при такой дерьмовейшей игре? Блин, ну давай, ну. Вылазь. Блин, какая-то противная. Все, ну наконец. Уф, это было коряво, извиняюсь. Я просто не понял. Не понял, что делать. Черт, на свете же!
А там все уже, все. Такие дела. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего лица. Столкновение разрушило блокирующий передатчик. Хэммонд, где ты был? Пытался выжить. Я смог немного подлатать себе. Слушайте, я отменяю эту миссию. Задницу Си-Си и командную цепочку. Мы должны валить отсюда. Кажется, я нашел челнок на пассажирской палубе. Судя по записям, у него отсутствует сингулярный конвертер, но уверен, мы найдем один на его борту. Я видел, как он застрял кормой в большом море. Я собираюсь пробраться туда и найти путь внутрь. Встретимся там. Конец связи. Айзек, если он говорит правду о челноке, у нас есть шанс бежать отсюда. Отправляйся в грузовой отсек и помоги ему. В таком состоянии он не справится. Отлично. Больше тут ничего не скажешь. В нас влетел корабль. Ох, будь здоров, спасибо. Как бы там ни было, пора выбираться отсюда. Я довольно коряво прошел это место с перестрелкой. Я просто не понял, что нужно отстреливать. Я подумал, что я их сейчас с 3-4 выстрелов снесу каждое щупальце. Но в итоге чуть не погиб. Ну ладно, не погиб, и ладно. Как говорится. Хрен бы с ним. Сейчас, я думаю, мы закончим серию, но сначала нужно добраться до корабля или до вагонетки. Как там что повернется, я не знаю. Мертв. Да, неплохо у нас летели. Ой, опять вы. Гори, гори. Блин, она жива еще? Ой! Да что ж такое-то, а? Давай сюда, заколебало уже так быстро двигаться. Патронов нет, отлично. Так, вторая придет ко мне, нет? Кажись. Какой только пакости тут нет, а? Полный набор. Ну и хороших вещей хватает. Давайте сохранимся нафиг. Ох. Да, это было довольно опасно. Мне все-таки кажется, что мы сейчас идем к вагонетке, а не к кораблю. А, нет, мы идем на второй уровень, да? Раньше же на него не пускали. Сейчас посмотрим. Ой, только не надо. Блин. Это кто такой? Офигеть.
Я понял, кто это такой. Погнали. Патронов ноль. Ох, блин, вашу ж мать. Ты один тут такой? Нехороший. Это твои крики я слышал, кстати говоря, когда мы только приходили сюда. Ладно. Так, сколько у меня силовых узлов? Силовых узлов у меня два. Сейчас мы еще один купим. Только сначала убедимся, что там никого нет. А то пока мы будем закупаться, со спины кто-нибудь. Ну да. Об этом я и говорю. Все, кажется, спокойно. Подожди. Нет, показалось. Что-то там ползало вокруг его головы, черви какие-то. Ненавижу этих тварей. Ненавижу всех этих тварей. Просто какой-то капец. Так. О, так мы сейчас неплохо закупимся. Так. Вот так, я думаю. С патронами как-нибудь разберемся. Так, что еще одну большую можно продать и на нее купить импульсных патронов? Отлично. Так, ну давайте качать резак. В принципе, я думаю, это будет нормально. Надеюсь, там никого нового не прибежало сюда. Все нормально. Одна капсула, одну капсулу выпустили, они ее подобрали, и все, капец, краплю. Обалдеть. Так, сыкры, ушибы. А, вон оно как. Хорошо, еще одну тратить нет. Да, в принципе, ладно, я думаю, будет достаточно. Резак давно пора качать, на него больше всего патронов дают. Он сам по себе неплохой. Я бы даже сказал, хороший. Но мне, человек, который любит очередями стрелять, не очень подходит. Но все же. Так, и все, уходим. Да. И на этом мы закончим эту серию. В следующий пойдем, собственно, разбираться с кораблем, что там да как, посмотрим. Если выжившие, поможем Хэммонду, чем сможем. События развиваются стремительно. Я думаю, скоро мы уже выберемся с этого корабля, главы через три. Я точно не помню, сколько тут глав. Но как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, надеюсь, вам понравилось. Пока-пока-пока.